Всем привет! Меня зовут Оксана Корниенко, я коллекционер фиалок, участвую в Киеве на выставках. Вот хотела похвастаться тем, что сейчас у нас цветет, и то, что мы не можем показать нашим любимым посетителям. Новые сорта, новые красоты. Это я собрала совсем маленькую часть. Вот, на самом деле их намного больше цветет. Ну вот что вместилось, то вместилось. Хочу рассказать и показать из каждого сорта отдельно назвать. Это сорт ИКА осенние хризантемы. Крупный такой палевый цветочек. Пока еще в процессе распуска. Очень много бутончиков у него здесь. Вот, если вы видите, вот бутончики. Не жадный на цветение сорт, очень яркий. Дальше пошли химерка. МК, ветер перемен, тоже на бутонах, неутомимая цветунья, красивая, благодарная. ДН Барби, Димы Денисенко. Думала, сначала я этот сорт не поняла, а потом я, конечно, рассмотрела цветочки. Очень плотные, очень долго стоят. Красивые сорта. Так. Бальзаковский возраст. Тоже первое цветение ИКА. Бальзаковский возраст. Первые цветочки. Яркий, необычный цвет. Такой коралловый. Тут, конечно, на видео немножко ярче, чем на самом деле. Но все равно очень красивые цветы. Так. От Наташи Казак. НК «Танец на углях». Тоже первоцветочка. Яркая, красивая. Огромные цветы. Пестролистная розеточка. Замечательный сортик. Вот сортик у меня был. Это спортик у меня от РМ фруктовый зефир. Вот у меня есть сорт. Покажу, как он должен цвести. Вот первый цветочек. Вот. Вот такой вот он. А это спортик. Но он настолько яркий и красивый, что мне жалко его выбросить. Пусть стоит. Может, кому-то понравится. Кому-то на подарок будет очень красивый цветок. Ну, этим сортом я уже хвасталась много раз и в Инстаграме, и в Фейсбуке, на страничке. Это называется «Во сердце матери». Уже даже распуск такой, что уже даже листьев особо и не видно. Просто шикарносный цветочек. Это химерка от взбитых сливок. Лев взбитые сливки. Тоже неутомимая цветунья, тоже много бутончиков. Вот. Единственное, что она не хочет становиться почему-то шапочкой у меня, но с этим мы еще разберемся. Старая, добрая, прекрасная кариолка. Даже в спорте зеленая рюха такая ярко выраженная. Тоже красивая. Вот НК «Императорский сад». В моих условиях не очень получился колокольчик, но я надеюсь, что во втором цветении он исправится и будет более колокольчатый спорт. Сорт. Это у нас Макс Пестли Паттерн. Очень красивый сорт. Не было ни одного спорта, сколько я деток вырастила. Шапка яркая, красопета. Пришли к изюминке сегодня мы нашего показа. Это ДН Риздво. Вот этот кустик был куплен у Димы. Куплена была голова у Димы в феврале месяце. Вот сегодня июнь, и мы опять в полном расцвете сил. Огромные цветы, яркие, хорошая повторяемость. Ну, сорт просто, он не может себя не влюбить людей. Вообще, вот смотрите, сколько тут и бутонов, и цветов. И этот зацвела переукорененная молодая голова. Лемарципановая роза только-только начинает открываться. Ну, тут сам цветок, который просто покоряет всех. И напоследок у нас, ну не совсем последок, это называется РМ «Вестник весны». Я первый раз, это вот такое тоже цветение у него первое, тоже шапочка красивая, тоже вот это вот такая зеленца необычная просто, ну вот, немножко расхлябанная, но ничего. Просто не хочется ломать цветоносы, чтобы сделать это все красивее. Цвет вы сами видите. И еще есть у меня два трейлерочка, которые тоже готовились бы на выставку. Вот это Робс Химптиду. Вот такой вот красавчик. Весь в бутончиках.
Это мало того, что фиалочка, трейлер, так еще и химера. То есть три в одном, красота этой. Так, и еще у меня есть, что мы там показываем, лишнее что-то. Неудобно одной снимать и показывать. DS Жасминчик. Вот он, красавчик такой. Тоже трейлерочек. Вот такое цветение у него. Вот такие цветочки. Вот что. Много еще всякого цветет. Интересного и необычного. Но так, чтобы красиво и показать. Пока еще нет. Будем ждать следующих эфиров. Буду поддержать вас в курсе, что и как у меня цветет в данный момент. Дай бог, что скоро выставки у нас будут. Дай бог, что мы скоро встретимся на выставках. Всего всем пока. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Я буду проводить разные интересные мастер-классы, рассказывать что, как, о фиалочках обязательно в первую очередь. Ну и не только о фиалочках. Если вы обратили внимание, у меня еще есть орхидеек немножко, суккулентики там на подоконнике стоят и всякие-всякие вот висюльки, как я их называю. Поэтому следите за моими новостями, за моим обновлением. Все, всем пока. Пока.